Доброе утро. Сейчас 8 часов утра. Ноябрь. Начало ноября. Температура градусов 2 градуса. Уже холодновато. Вода. Два дня назад мы смотрели, были 12 градусов. Сейчас где-то порядка 11 градусов. Надуваем лодку. Она после последней моей рыбалки не очень чистенная. Сегодня печень и несколько выползков имеем. И берем легкую лодочку без мотора. Рыбалка здесь полкилометра максимум вверх пройдет. Да. И будет рыбалка у нас с квоком, но без никакого эхолота. Будем опираться только на свой опыт, знания и удачу. Опробуем сегодня новую камеру. Возьмем две. У меня как раз GoPro 9. Еще с ней не работали. Со старой пока я снимаю. Что, спускаемся в воду. Коль, это на грудь одевай. Потом будем что-нибудь одеть. Вторая камера новая. Я эту на голову. И встретимся на воде. Все, выплываем. Солнце уже встает, холодно. Вот плывем. Здесь у нас печень и выползки. Я одену пару кусков печени. Крючок у меня, видите, одинарный, без никакого термопласта. Этим пробовал, но это, думаю, пройденный этап. Я уже к этому не вернусь. Мне он не понравился. И одеваю печень и несколько снизу выползков, да. Выползков. Пока я небольшие одеваю. Вот такие, чтобы шевеление какое-то было. Ну и наконец одену покрупней. Закрою я крючок. Хотя тоже не гарантировано, что это надо делать. О, небольшой кусочек у меня для начала. И мы еще доплывем вот там до канала. И тут начнем свою работу, сплавляться. Квок у меня самоделка. Но он проверенный бояк. Да, проверенный бояк. Но в больших глубинах мы с ним не ловили. Но такие глубины, да, 5, а здесь будет глубина 6-7 метров. И мы от лодки будем отпускать порядка 4-5 метров и по течению спускаться до первого самапа. Выходим на середину. Выходим, Коль, на середину и будем отсюда начнем. Посередине, да? Да, посередине. И будем вниз спускаться. Начинаем. 3 минуты. И первый малюсенький. 3 минуты квачения. Ну какой? Три минуты. Первый самый. 3 минуты только отпустил. Так, подожди, я тоже фотку сделаю с этого. Так, пошлю Сергею. Оп, так, чуть подвинусь. Три минуты рыбалки, только начал, и сразу малюсенький. Этот квок и здесь работает. Попробуем дальше. Я понемножку так чуть-чуть вот спускаемся. И еще один маленький вообще. Вообще такой. Меньше этого. Да, мы отпустим это. Поймаем побольше. О! Второй партизан. Заверивай. Ему подрасти. Сколько? Полтора, двух не тянет. Да, такой. Растет.
Расти, расти. Можно собирать и на развод. Наш бутерброд. Пошу. И ты сюда добавь мне червячка, не? Да, так было, что? Где? А нет, там где-то был зацеп сбит. Да. Подправить. Во. Это этим и был зацеп. И закроет заодно, чтобы ветер не слезал. Порыбачишь, а потом выбросишь ты эту всю хуйню. Все, мелочь, играем по мелочи. Играем, играем дальше. Пошел у Николая. Я свой вытаскиваю. Большому куску. Рот драв. Ну что, Николай? Вот тут уже вот, час уже рыбалки. Балерина уже покрутил. Крутит. С третьим сом. И спиннинг мощный. Спиннинг мощный и дает его. Ну что, к берегу он тебя потащил. Да. Надо поднимать. Ну хорошо, уходит на. Уходит вода. На середину. Вот уже. И что-то похоже. Сейчас увидим. Ну двадцатка-то потянет, может побольше. Третья поклевка, третий сом. Ребята, как и говорили, стеклопластовое удилище. Ну холодно пока рукам. И вот, еще повторяю, мой свободельный квок. Оправдывает. Он в этой реке, он используется первый раз. Если глубины получше. О. Нет. Но побольше. Ну, до 15. Ну вот он. Нет, поменьше здесь. На верхний крючок. Это с перчаткой, боже. Ты заберешь. Хорошо. Я заберу. Вот он небольшой, только осторожно с этими крючками. Крючку идет. Убери вот это, не порвет. Много у тебя крючков там. А цепляй, коли это поменьше возьмешь. Все, и забирай ты его. С перчаткой. Ты что там ищешь? Будешь забирать это? Заберу это. Может того отпустить маленького? Давайте отпускаем того. Давай того отпустим. Пустим. Одного сама решил сегодня забрать. Николай, да, положи, Коля, отпускай того сама. Да, сейчас я зацепу. Отпускаем мы. А вон что-то в нем есть внутри. Тихо. Поменяем. Тихо. Так. Хорошо, все. Супер. Красиво. Сейчас плывем опять вверх. Красиво, первых побегу. Поплыли опять вверх, и оттуда будет спускаться. Опять. Что? Четвертый. Четвертый наш. Ну не, небольшой. Не. Коля, небольшой. Спортсмен. Спортсмен. Спортсменчик, но нет, он поднимается в 5. Ну,
шевелится он. Но я его поднимаю понемножку. О, лямба. Нет, а может побольше чуть. Ну как это спортсмен. Может быть, что спортсмен, мне казалось, что так вот чисто по. Ну на себя, накручивает. Может такой же. Накручивает на себя. Вот. Ну что, 2 часа не рыбачим. Сколько сейчас времени? Время сейчас. Сейчас посмотрим. Без 20:10. Да? Так мы их. К 8, нет, до 8 где-то приехали. Ну, около 2 часов. 4-го поднимаю. Ну, это тоже ко дну. Есть. Видишь, он, это, да, трудно поднимается. Свой, Коля, может, подними свой спиннинг? Потом отпустим, что он там не запутался, может, чтобы к берегу, если потащит, чтобы не лезло. Там отпустим. О, ну смотри, спортсмен. Чуть построже его. Так он прокручивается. Построже я его. Предохранитель. Перебегу на видео. Опа. Вот он идет вверх, да? Ну да, да, он наверху. Вот такой же самый. Так, сегодня мы с Виктором выехали на рыбалочку. Вот дядя Витя борется. Наигрались мы с ним. Тоже до 15. До 15. Может чуть больше этого. Думаешь? Не, не думаю, что он больше 15. Слушай, хороший вот. Вот именно для жарки. Вот. Обрезал, жарит. Где там 40-60? Как он. Не люблю я перчаток. Я не ранюсь никак. Открывай свою жабру, как за рукоятку. Взял себе удобно за щетку. За щетку, прямо тебе подтекнул и вошел. И вот не пробил никуда даже. О, что? Вот наевший какой. Но? Пятнашка. Живи, дорогой. Что, 4-й? Да, ну, 4-й пошел. Ну, да. Так, отплываем. Отплываем. Сейчас давай на место. Опять посадим. Опа. Блять, опять по. Обратно сюда. Ну то же самое, наверное. Ну как, по зубам я ему стукнул. Только вот в этом месте постоим. Опять он. Этот печень срывает. Маленький, наверное. Сейчас. Я только по кусочек печени одеваю, потому что он маленький, наверное. Я так думаю, что он малюсенький. Цепляется. Сердца червяки остались. Червяки годятся. Потом, я здесь партизаны маленькие. 5-й. Не буду смотреть, но опять спортсмен. Сейчас уменьшились вообще. А ну нет. Смотри, ты хороший, да? До десятки. Совести не грамм. Вода холодная, ну не брызгай. Партизан. Спортсмен. Какая-то летучая мышь. Ну? Воздух летает. Ну, такого-то не будем мы долго мучить. Отцепляйся. То жирный какой. Ну, хороший. Печень. Одну упаковку имели 0,5 килограмма. Использовали. Остались у нас червяки. О, только за. А смотри какой. О, напиханный все весь. Ну плыви, дрык. Весь напиханный, а? Ага. Партизан. Сейчас скажу, как ты. Цирк какой-то. На червячков. Маленький. Вот сразу вверх поднялся.
будет на пятерку. Тянет маленький чуть. О, нет, опять десятка. Опять десятка, может больше, больше. Пятнашка. Такой, как и это. Под пятнашку. Ну, пятнашка, смотри. Шестой. Утренняя рыбалочка. Шестой. И главное, они красивые. Ну, цвет красивый. Подержите его там, чтобы такого так маленького. Синий цвет. Ну, красивый. Да, жирные такие его. Все пузы набитые. Стороны, но очень хорошо сидит. Крючки у меня небольшие, мы их не раним. Все, опять на пятнашку. Пятнашка. Шестой. Но набитые, я смотрю. Набитые сколько полностью. Вот. Проплавали 3 часа. Добре. Это надо снять. Выбросим. Сложить, нет. Все. Червяки. Выбросим. Выбросим червяков я. А может положить сюда, я может поеду. Положи вот сюда. Может поеду на море посидеть. Я Коль, ты греби, я сделаю. Давай. Смотри, чтобы нас не понесло там перекат. Перекат, да. Что, ребята, что можно сказать? Половили. В общей сложности было. Поклевок много. Поклевок. 6 собак поймали. И одним моментом, наверное, на маленьких вышли. Так 5 поклевок пустых. Поймели, потом еще 2 споймали. Что, сейчас к обеду дело крутится. Утренняя рыбалочка. Война войной, а обед по расписанию. Да, обед по расписанию. Хорошо, спасибо, что смотрели. Спасибо за комментарии, лайки. До следующей встречи. Мы заканчиваем. Пока-пока.